И я долго распинаться не буду, ибо и так все те люди, что хотели узнать, где же мои видео, уже давно узнали. Мультики, аниме, игры и экзамены. Все это имеет отношение не только ко мне, но и ко многим людям, и в частности, подписчикам моего канала. Многие люди утверждают, что мультики для детей, а тебе, 15-летнему подростку, пора бы начать что-то ценное смотреть, а не свою американскую анимацию. Меня просто накипело по такому поводу, мол, мультики для детей? Ты чё, любишь мультики? Ты чё, анимешник? Ты поц? И тому подобное вбросы в мою сторону. И я последнее время при написании сочинений по русскому языку пишу в качестве второго примера примера из жизни. Пишу пример из какого-нибудь аниме или мультфильма. И знаете, может это у меня такие учителя хорошие, или я просто очень везучий, но они мне ничего не говорят по этому поводу. Когда в некоторых других учебных учреждениях за подобное могут и не проверять работу, ибо нужно писать примеры из литературы, а не из вашего американского дерьма. Тупые вы дебилы. В основном подобные фразы можно услышать из уст учителей со стажем 30 или 35 лет, потому что эти люди выросли на пропаганде русской письменности, кинематографии и тому подобному. Для них увидеть в работе своего ученика такие примеры из жизни просто недопустимо. Хотя на экзамене вряд ли за подобные примеры будут снимать баллы. И ведь именно из-за таких людей многие интроверты и неуверенные в себе ученики начнут волноваться, ибо... Кроме того же самого аниме, у них в жизни больше нет радостей, и они тупо начнут зубрить литературу, то есть делать то, что им навязывает учитель. А этого делать нельзя. Так же и с играми. Давно уже ученые поняли, что игры развивают человека, а не ухудшают его дееспособность. Но тем же бабулькам абсолютно насрать. Если ты сказал как-то не так, начал доказывать обратное, то от нее может последовать провокационный звонок родителям. И придя домой, тебя может ожидать беседа за то, чего ты не делал. Да. В современном мире в образовательных структурах люди не совершенствуются, а остаются на том же уровне развития, потому что им комфортно называть все то, что в современном мире является нормой, чуждой ненужной брехней. Им это удобно, а именно те, кто поддается этим провокациям, дают им стимул оставаться теми же кусками биомусора, которые не нуждаются в преображении. Я вот к чему веду. Делайте то, что считаете нужным, или то, что приносит вам удовольствие. Разумеется, в рамках закона, ибо в данный момент даже за комментарий могут забрать на годик. А на подобного рода отребья не то что слушать, на них и смотреть не нужно. Они вряд ли вас научат чему-то нужному, современному человеку. Ну, по крайней мере, человеку, проживающему в России и странах СНГ. У нас и так ужасная система образования. Так тут еще и этот бесполезный для общества груз, который всеми возможностями будет препятствовать развитию народа. Ведь школа — это начальное образование, фундамент, на основе которого человек развивается, думает и делает выводы, уже на неправильной основе.